Всем привет, мы на плейчесе. Защита Алёхина. Это хорват, да, против нас? Ой, не то. Да. Блин, мышка еще бесит. Вот не дай бог, сейчас будет маус-лип. Так. Бен 4 пешек. Конь c6. Так. Слон f5. Е6, чтобы не было где-то d5, но теория пока все. И конь b4. Вариант Алёхина. В защите Алёхина. c5. c5. Идея на а3. Бить сюда. С нападением на слона. Так, мы отходим. Побили, побили. На е5 у него висит. Побил. Защитил. Ну, можно g6, по идее. И слон g7. Опять на полный е5. Как он это держать будет? Я пока не вижу. Никак. Ну, никак, это отлично. Побил. Лишняя пешка. 4 на 2 на королевском. Конь d7. Вот так. Чтоб... Так, вот кернул, все, вот теперь спокоен. Все, теперь нормально. Я просто боялся, что я из-за того, что я не укернул, я мог что-то где-то это облажаться, но нет. Конь g4. Не знаю зачем. На f6, скорее всего, перейду. Если он побьет, я не против. На f6. Вот, чтобы от этого избавиться, на d5. Этот конь на d5 хорошо у него встал, надо избавляться от него. Шах. Очень страшный. Напал на слона. Выбил. Напал. На слона, на пешку. Отлично. Просто великолепно. Вот это то, что и надо было мне. Да. По-моему, сейчас он точно доиграется. Например. А. Ладья b8, ладья c8. Нет, ладья c8 нету. Но, правда, у меня форточки нету. Не могу бить на b7 пока. Сдался, потому что я просто конем съедаю на c6. Ну вот такая партия в Алёхине. Всем пока.